Зверь убивает ради пропитания. Человеку этого недостаточно. Сергей Владимирович, зачем? Процесс громкий. Да псих он, ты глянь. Он же бьет, пока у него рука не устанет. Обвинение просит суд признать Ионидиса Юрия Константиновича. Послушайте, вы не того судите. Потребность убивать не написана на лице. Она живет глубоко в сознании. А ты думал, я позволю тебе мое дело развалить своими выдумками? Очередное убийство. Откуда вы знаете? Если твоя догадка подтвердится, представляешь, что будет? Да как вы смеете? Ну косяк! «Консультант». С 29 октября по будням на ТВ-1000 «Русское кино».